Орловчанки стартовали в полуфинале первенства России по баскетболу. Школьный турнир с 5 по 10 декабря проходит на паркете спорткомплекса «Олимпийский». Наши соперники из Москвы, Мособласти, Воронежа, Курска и Волгограда. За 4 четверти первого матча подопечной Маргариты Изотовой не удалось взять победные очки. Столичная команда «Тринта» была сильнее. Итог встречи 45-71. Турнир продолжится вплоть до 10 декабря. Начало всех игр орловчанок в 14 часов.